1 января в Латвии почти в два раза увеличился налог на природные ресурсы. И сегодня он составляет 25 евро за тонну мусора. На счетах горожан это увеличение налога пока никак не отразилось. Но в скором времени платить за вывоз бытовых отходов мы станем больше. Государство поручило регулятору общественных услуг до 28 февраля разработать новую методику расчета тарифа за обхозяйствование бытовых отходов, в котором, несомненно, будет учтена и сумма нового налога на природные ресурсы. Соответственно, избежать повышения счетов за вывоз мусора не представляется возможным. Мы сегодня параллельно с этим ведем конкурс на открытую акцию Мекошина на следующий период. И учитывая, надеемся, что в результате проведения конкурса, если не получим адекватное предложение, чтобы жителям не надо было бы платить дороже, то будем рассматривать вариант о том, чтобы поручить эти работы предприятию самоуправлению, и в любом случае будем стараться сделать так, чтобы наши жители бы не испытывали дополнительных затрат. В связи с увеличением налога вопрос о сортировке бытовых отходов звучит еще более актуально, тем более, что сумма будет увеличиваться и в дальнейшем. Так уже в следующем году налог на природные ресурсы возрастет до 35 евро за тонну мусора, в 2019 – до 42 евро, а в 2020 году – до 50 евро. А согласно директиве Европейского Союза, уже к 2025 году 60% всех отходов должны перерабатываться. Так что на какие-либо послабления рассчитывать не приходится. Чем больше несортированных бытовых отходов мы будем вывозить, тем больше мы будем платить за это. К слову, на данный момент жители Даугавпилса за вывоз бытовых отходов платят 7 евро 31 цент за кубометр. В других больших городах Латвии эти тарифы значительно выше. Например, в Лепае этот показатель составляет 11 евро 90 центов. Плюс налог на добавленную стоимость. В Елгаве 15 евро 54 цента. В Венспилсе 9 евро 78 центов. В Резекне 12 евро 79 центов. И в Екапилсе 15 евро 47 центов. А в Риге вообще нет единого тарифа, в результате чего некоторые жители платят меньше, а другие значительно больше.